Первое разрешение на рыболовство российского образца вручили в Севастополе. Документы на 13 судов получили 3 крымских предприятия. К этому они шли несколько месяцев. Сначала нужно было перерегистрировать фирмы, поставить рыболовецкие суда под российский флаг, пройти освидетельствование судна. Только после этого можно было получить разрешение. Поздравляю вас. Вы действительно у вас первым стали. Вот очень отрадно, что вы успели все провести, всю эту регистрацию. На самом деле для нас это важно. Потому что ваши, вот, все многие говорят, да потом, да зачем, не успеваем. Вот на вашем примере мы будем всем доказывать, что это можно сделать. Можно получить российские разрешения и сегодня спокойно уже рыбачить по законам Российской Федерации. Все кеш проголосовало за Россию. Стали гражданами России, ну, я думаю, и работать надо под российским флагом и с российскими документами. В Крыму около 200 фирм, занимающихся промышленным рыболовством. Пока они работают по украинским разрешениям, но уже со следующего года им понадобится документ российского образца. Времени на то, чтобы его получить, осталось немного. Но в территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству уверены, что все, кому нужно такое разрешение получить, успеют. Сегодня уже все начинают заканчивать по перерегистрации флота, проходить освидетельствование. И я знаю, что уже готовится еще дополнительное обращение сюда к нам. Ну, я думаю, что мы успеем до конца года всех. С пользователями проводится постоянная работа. Они тоже уже все это знают, куда к ним обращаться. Если у них возникают трудности, то у нас инспекторский состав и наши сотрудники теруправления помогают им. Поэтому я думаю, что мы успеем.